Добрый день, дорогие друзья, с вами Саламандр. Денис, всем здрасте. Денис, вот этот Каламан, он там где-то бегает, строит домики нам для жильцов, для новых. И сегодня мы продолжаем играть в Террарию 1.2 версии. И на самом деле мы перед этим всегда делали мультики. Мультики. Да, мини-сцены такие веселенькие. Но что-то у нас кончилось воображение, поэтому в этой серии мы будем просто уныло говорить. Как мы умеем. Передаю слово Денису. Денис? Нет, не надо было мне передавать слово, потому что я вообще унылее, чем ты. Так что все. Даже я слова запутываюсь. Денису вообще нечего говорить, так что буду говорить я. Пойдем в шахту. Мы вам как бы хотели пойти в шахту и докопаться до... До ада. Пойдем, потом построишь свой домик. Ты не крой сказал. Почему-то они тут темные. Потому что света нет. А, ну ладно, пошли. Надо сделать факелов. Мы забыли сделать факелов. Эй, игуана. Надо сделать факелов, Денис. У меня есть. Мне нравится. Хорошо, пойдем. Мы хотим, могли сделать броню некромонтера, или как вы там? Нет, там нам нужно 40... Костей? Да, 40 костей, 40 ниток. Есть, нитки-то есть. О, вот, смотри, это адамани... Ага, конечно. А вон, кстати, серебро, видишь, пойдем туда. Не вижу, у меня порезок. Экран маленький. Правда, что ли? Да. Я на ноутбуке снимаю, у меня широкий экран, экранище такой, знаешь ли. Вот у меня в этом и проблема, у меня слишком большой экран, и когда я на весь экран разворачиваю игру, у меня она лагает. Да? Правда, да. Что ли? У меня любая игра, ну, почти любая игра, большинство, нет, не большинство, даже очень мало. На самом деле только Террария. Называется «Горе от ума». Лагает, потому что она слишком мало требует. Есть такие игры, да, которые, например, вот даже на Денди не лагает, а на самых мощных лагает. Вот, блин, у меня вообще вот AMD разработчики кривые. Мы можем его копать. Можем, да. Да, ну мы. Демонит. Я же тогда копнул 4 руды. Ах ты, вон оно где! Ой-ой-ой, я ничего не вижу, я ничего не. Факел-то возьми. Так я не могу, у меня как бы... А, у меня же хук, точно. А, на зонтике летел. Погоди, а что у нас все тут обрастает непонятно чем? Да это... Каким-то... Мать природа. Ну, о. Ой, иди. Зачем ты это делал? Все, бери факелы и давай, я буду глазами, а ты ушами. С факелами ушами будешь у меня. А в чем я... О, смотри, как это. Хватит выключать свет. Ставь паузу, ёп. Окей. Какую паузу? Не. Это всего лишь телефон. Вот тут, блин, мы, по-моему, не докопались так до конца. Так, это у нас рыбка. Рыбка мне нужна. Да. На тебе по башке. Хотите все, одна целая башка. Так, пока Денис там... Кстати, где он? В общем, пока Денис там разговаривает, я попробую... Не зря же столько липучих бомб надела, правильно? Попробую... А зачем нам липучие бомбы? А, понятно. Попробую прокопать вниз таким способом, чтобы не копать очень долго с водой. И... А у меня... Ага, фиг там. Не, ну как бы есть, но как бы и нет. Кого у тебя там? Бомба. Я тебе давал половину, так вот, что... Тут... Все, пещера? Типа шахта была. Была. Нет, да нет. Не сюда, наверное, надо. Да какая разница? Так у меня липучие, так что... У тебя же, кстати, тоже липучие были. Нет, у меня обычные, все. Я тебе кидал липучие. Ну уже все, кончились. Это не туда. О. Вот, все-таки не зря мы бомбы наделали. У нас, кстати, еще много золота, можем купить, если чего, оружейника, а не оружейника, а подрыватель. Как его зовут? Подрыватель. Ну, да. О. Там что-то. Что, докопались? Ну. Смотри, уже видишь, как-то изменилось, задний фон изменился, значит мы уже близко. Я не вижу. Ну задний фон. Да. Да, это походу джунгли. Это походу джунгли под эти. Подземные. Ну нет, не похоже, хотя... Возможно, очень даже возможно. Может тут какой-то босс опять идет?
А ты зачем копаешь железо? Ты же не хотел копать железо. Пантера называется босс, если что. Блин, да ты все посмотрел, я хотел, чтобы было неожиданно, ты все посмотрел. Не, ну я не все, я там только чуть-чуть. Окей. Так, не копай железо, ты же не хотел копать железо. Ну чтобы было там, вдруг там нужно что-то сделать будет. Моими словами говорю. О, подожди, стой, подожди. Ну и зачем тебе серебро? Это платина вообще. Да, и серебро как бы тебе тоже неплохо было бы, знаешь? А, точно. Но я забыл. Мой костюм. Да. Так это вообще платина, так что... Ну все. Понял, мой костюм. А вот тут кончается, может тут где-то мы босса пропустили? В смысле? Кончается. Ну это зеленый задний фон. Так, это мое. Да хорошо, без проблем, Денис. Конечно, у меня в два раза больше, чем у тебя. Да нет, не в два. Ну-ка, кажется, вот тут справа что-то. Да, вот она будет. Кто? Вот, смотри, что там. А что там? Что-то есть. Ну, видишь. В смысле, просто дырка или босс? Да какой босс? К черту босса. Ой. А? Обычная пещера. Лава! 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 Прям на нём! А я тебе говорил, недалеко осталось. О, как хорошо. Как будто диско 90-х. Вообще. Давай, копаемся к грибному биому. А, где слизень? Там с кем? А, слизень. Что, ману восстановил? Не слабо. Так. Оп. Я возьмусь. Что это такое вообще было? Где? Ну вот эта вот штука, которая к нам шла. Зомби с не простреленной. Короче, в голове нож у него был, вот так. Да, я думаю, ему колено прострелили. А он, кстати, краситель. Ты же хотел за 20 серебра продать, он, видишь, красненький такой. Да, всем пофигу. Это вот, кстати, да. Тоже платина. И надо сделать ведро как раз из железа. О, платина. Пригодилось железо. Ну, дальше. А, понял. Скорее всего, как я понимаю. А. Я не знаю, как тут делать. О, блок, у меня есть блок. Прости. Ты чуть не упал. Давай быстрее, закапывай ее. Грибы! Они же тут больше восстанавливают, чем обычные грибы. О! Смотри, какой красивый задний вид. О. И новая оркестровая новая музыка. И ты еще кое-что не видел. Там. Не ломай тогда это кое-что. А, нет, я вижу, вон он, сундук. Я ломал. На. Стекло. Сколько тут этих люстр. О. Динамит. 4 больших зелья. Кстати, спасибо ребятам, которые отписываются нам. С помощью них я узнал, что, например, на буковку H можно хилиться, не доставая зелья верхний слот. Да, и то, что синие свечи создают спавн монстров дополнительные, и мы его поставили в доме, но в доме свечу эту, помнишь, синенькую? Ну, помню. Ну, она спавнит монстров, как бы. Ну и что? Я ее убрал, так что... Нафармим денежек. Так, и что, куда нам теперь? Уйди, нам надо срубить вот эту вот руду. А и что это? Серебро. А? Походу мы тебя все-таки насобираем на серебро в ближайшем, в следующей серии. А если даже мы убрем, то как бы и сейчас. Ничего не теряется, так что. Ну и что, ну я говорю, серебро. Проехали. Ой, сердце, держи. Это мое. Да я понял я у тебя. Уже 220 хп. 240. Обижаешь. Оу! Спасибо, Денис. А это она сама активируется? Ну да. Не, ну она правда сама активируется. Все, считай, мы накопили тебя на броню. А там платина? О, платина, ей! Это не платина. Это платина. Она более синенькая такая. Это платина, смотри сейчас. Я понял, я говорю синенькая. Вот, это платина. Я согласился с тобой, я солидарен полностью, ладушки. Все? Да. Замяли тему. Я не понял, что это за грибки тут эти вот бегают? Или сердце? Это что такое вообще? Где? Да это жучки вообще. Я не успел посмотреть. Жучки. Битл. Да жучки. А, точно, битл это же, точно, это жук. А битл джус это там... Да, я тоже с помощью битл джуса вспомнил. Потому что там... И нельзя произносить его имя трейлера. А, блин. А то он пройдет. Я теперь боюсь оборачиваться. А что там? Он стоит. Кто? Ну он. Что? Ну, да иди ты, я не буду говорить, ладно. Ну вон я вижу слизень, ну и чё? Да я за спиной за моей говорю. Он стоит. Самый. А!
Так мы же три раза его имя не произнесли, так что все надо. Так должен один человек. Ладно. Ну, так. А предлагаю копать. Копать. Копать, давай. Так, копнем чуть-чуть. О, смотри, смотри, смотри уже. Теперь вот сюда вот давай. Оп. Да ну блин, ну я это. Зачем я палку кинул? Закрыть хотел, а. Палку кинул. Ну. Ну. Твоя левая. Уступил. Вон, смотри, слева еще платина. Палку кидай. Не хочу. Ну кинь палку. Ну если лава, мы увидим. Ну ладно. Куда ты? Далеко, не. Ну давай еще чуть пониже, да. Вот все, теперь можно. Окей, я тогда сам докопаюсь. Сколько тут лавы? Ну все, мы уже явно близко. Явно, очень явно близко. Вон там вот. Уже на чем стоишь? Это катера, да? Железо, да? Да, в смысле, вот она в одной. В одном экземпляре, да, которая? Да. Да. Ты че, ну, думал, вот, уже шахта какая-то. А, не, нифига, еще одна платина. Шахту с платиной перепутал. Денис. Не, ну видишь, шахта. Да, очень большая. Ты сейчас так громко посмеялся. Мне так и потом лень это редактировать в ВКонтасе. Что? Удалять шумы лишние. Микрофон такой, как бы шумоподавляющий, но как бы и не шумоподавляющий. Натяни на него носок, и будет хорошо. Да у меня два носка уже, шерстяных. Да? Ну ладно. А вдруг, если холодно, то я их снимаю, как бы, и... И все, и себе. И на ноги, ну конечно, чтобы не замерзнуть. Ты что, Сибирь? Такая. Лучше... О, а внизу что-то есть. Будем еще вниз как-то туда? Нет, давай словимся здесь и будем жить. Не, ну мало ли. Тут налево нужно взять. Налево нужно давай, взять. Давай, копай, копай. Да. Ага, чтобы я в лаву упал, да? Ну да, а то я тебя... Ой, птички страшные очень. Закрывай вот тут эту лаву. 100% надо закрывать ее, потому что птичка... Всё. Накакает там. А это что? Платина. У-у-у. Что-то там... Воу-воу-воу-воу-воу! Вызываю Пикачу! Что, блин? Там это какие-то изумруды, фигуроды. Ну это аметисты, которые у меня... Аметисты, вот, да. Копай, если хочешь. Ну я выкопаю, чтобы тебе тут... Ну, смотри, там еще и лавовые водопады слева от нас. А тут руда. Опять? О, хорошо! Внизу, блин, хорошо же. О, ты видел этот матрицу? Видел. А чё внизу? Я не вижу, чё внизу. Зря. Ну блин, ну я это... Ну серебро, а. Серебро, тебе всё достанется. Не, ну я не про это, которая ещё ниже там что-то. Или не ниже, или это я что-то придумал. Я не знаю, я... Не знаю. Так. Ну вот, это всё мне. Надо ту ловушку раздолб... О! Нафиг она нам нужна. О, некромантия. Скоро будет готова. Такими темпами. Ломаю полностью. Ой, мать слизняков. Мать слизняков. Нет, ну, как-то там, не помню. Тут опасно, да? Или нет? Я не знаю, вот. Ну, давай, попробуй. Нет, давай ты первый. У тебя кактусы расплавятся, правда, но... А мне серебро расплавится, хотя... Нет, норм. Вообще норм. А, вообще норм, отлей. Отлей, говорю. Отлей. Окей. Опасно. Что это сейчас было вообще? Магия Алексея Новацкого. Или как там? Понятно. Ой, зря ты так сделал. Вот тут. О, хорошо. Покопали. Ага, в лаву, да? Давай в лаву. Ой. Чё мы стоим? Давай. Он платина. Ай! Ой, я думал. Не-не-не. Да. А там какой-то мужик, короче, какой-то пьяный лежит. Да? Мне так воображение подсказывает, я не знаю. Это не мужик пьяный, ты чё, это цветок. Это мужик пьяный. Это цветок, ты чё? Ну, так вот горшок. Да дальше. Вон. Да копай. Я говорю... Ладно. Я докопаю до этого мужика и докажу тебе, что это мужик. Что? Че? Песок упал, наверное. А, ну ок. Что-то да, 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 далеко на самом деле все-таки. А я говорил. Там не скопай случаем.
Я сейчас испугался, у меня почему-то остался не экран, а потом я понял, то, что это поменялась картинка на рабочем столе. Вон, покопали к мужику. Это не мужик, но это цветок же. Да какой цветок? Ты чё, это мужик? Да ну цветок, давай, вот копай. Да мужик. Да ну цветок. Да мужик. Ну сейчас узнаем. Да мужик. Вон мужик лежит, вот видно же. Викинг какой-то. А, цветок, наверное, да? Да. Да мужик! Ох. Чё такое было? Да чё такое вообще? О, какой-то гриб-то тебе хороший выпал. Не, зеленый гриб. Это опять краситель. А, ну. Выпадал. Тут вниз бы. Где-то тут вниз нужно копать. Вот тут шахта. Ну тут, значит. Ну хорошо. Давай. О, походу уже. Да еще вниз копай. Нет, там на заднем фоне должны быть прожилки из лавы. Блин. Так что еще нет. Надо еще путь запоминать. Да, как-нибудь найдем. Конечно. Чё там? Не впервой. Да вообще. Да ничего интересного. Как ты говорил, монеты. Не, ну там правда ничего интересного не было. Так вы мне тут тоже вообще ничего. Совсем пусто. О, сердечко. Там еще. Опа-на! Опа-на! Все, приплыли. Не сюда. Платину опять не выкопали. Что же мы? Да я знаю, я видел. Но она там опять на этом славы. Ага, только этот одна. Остальное все годно. А нет, это еще не ад. В смысле, еще что ли потом дальше? Еще нет, еще нет. А что тогда? Ну я не знаю. Просто все должно быть уже в лаве. Нет, еще видишь, еще не ад. О, смотри, какая-то адская. Где? А, да, это адские стрелы. Как так-то? Подожди, я только я. Я... Блин, ну как так-то? Я полностью. Ой-ой-ой. Шлем какой-то странный. Ну-ка. Где? Ну-ка. Он типа сломанный, что ли? Я не знаю. Египетский какой-то фараон. Ну смотри, что тут у нас. Он мне как будто голову сплющил. Адская рода, которую мы сломать не можем. Не могем. А как? А чем? Ну, платина? У нас же платина есть, да. Так получается, мы докопались, все. Ну, походу, да. Че, ты что-то подобрал такое, что ли? Нет. А я подумал, что в лаву упала, я как бы, типа, ни при чем. Тут должны быть крепости. И большие червяки. Костяные. Вон крепость, вон дьяволы. Иди сюда. А мне ничего интересного. Влево давай. Нет, я направо пойду, я налево обычно так, не пойду. Ты чё? Во-во-во-во-во-во-во! Ну-ка, червяк, шёл вон. Вон он такой, не боюсь. Кстати, у меня почему-то звуков не слышно из игры, ну ладно, не суть. Ты в прошлый раз тоже говорил, что у тебя звуки очень тихие, на самом деле. Да, они, оказывается, были. У-у-у, так он еще нифига себе. Он слабый вообще фигня. Ну, по сравнению с такими-то червяками. Смотри. С маленькими. Ну иди сюда. Они пробивают. А давай мы с снежками, может она будет сильнее как бы умирать. Это же все-таки холод, а это все-таки ад. Да ну какая. Ну. Давай. Оп! Фу, днище. Окей, поехали налево. Поехали. Ну давай налево. Сейчас. Вон там тоже есть это. О, испугался. Ой, да у меня-то больше походу. Ты там еще не был. Не, ну тут-то прям вообще. А раньше-то были просто отвесные такие, а тут какие-то типа да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хотя кого я боюсь, это же всего лишь демон. Я его просто так в стенку. Ой, нет, он по мне стреляет. Ай-яй-яй! Я дурак, ой, я дурак. Чего? Выпей меда, не дрейф. Уйди! Уйди, демон! Ну хорошо, хоть не делал. Докапывай, не успел. Пошла нафиг отсюда. Докопал, окей. Ничего не вижу, где он? Знаете, обсидиановый камень, красиво. Может из обсидиановый камень тебе дом сделать? А, все нормально. Да уйди ты, мышь, кыш. Вон. Так. Где факел? Вот факел.
Это что такое? А, это типа... Там-там-там. Это что у нас? Гербы ломаем? Баннер? Что? Ну, баннер. Реклама, типа. Ну. Не, вы по-любому, я их не могу подобрать, что? А, это типа маленький. Адская дверь. О, надо обязательно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, ну-ка. Его мед пей. Меня подожгли, я чуть не сгорел. Иди, 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 кого-то, кого? Не знаю, там просто кто-то был, я его убил. Не, ну он сильный был. О, мне... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Верстак обсидиановый. Красота, еще дверь обсидиановая. Как я затащил-то прям. Я ничего не вижу, это плохо. Зато у меня тут тоже, ох, как сколько экшена тут было. А у меня зато адская печка. Ничего, я еще тоже себе найду. У меня еще тоже все будет хорошо. О, слизень наконец-то. Не, правда, две обстенные печки. Ничего, ничего, ничего. Нормально. Нормально. Так, что это? Внизу какая-то хрень лежит. Нет, это просто хрень. Просто хрень. Так, стулья. Стулья нам нужны, да? Что это за бред-то, я не понимаю. Опять какой-нибудь мини-босс, который... Я не знаю. Нет, бери все. Не, ну это стулья нам нужны. Давай, ревизию проведем тут. Так, что нам не нужно, тут фигня нам не нужна. Это просто так, просто так. Оп, так, какой-то... А, это файк. А если открою дверь и как бы лава потечет? Ставь паузу. Хорошо. Итак, пока Денис отлучился, я тут буду один, так сказать, выгребать все это каку. Вот, и... О, мышка простая, что она тут делает? И пока вот я был на паузе, и я как бы достроил тут чуть-чуть мостик такой. Да, и сейчас мы пройдем уже в другое логово. Так, факелы. Ок. Ух ты, какой красивый книжный шкаф. Так, мы тут возьмем дверь эту. Это фаза обсидианова. О, она не ломается, то есть это какой-то предмет для чего? Просто, по-моему, не для чего, для украшения. Так. Книжный шкаф обязательно взять. Вместо чего только. Вместо вот этого. Так, шкаф, шкаф, шкаф. Вот что-то сундуки. Сундуки, говорю. Вазы. С добром. А и все тут, кстати, есть. Понятненько. Выбегаем отсюда и закрываем дверку за собой. Тут надо будет тоже по-хорошему дверку поставить. Быстрее ищем дверку, пока никто не забежал. Так, дверка, дверка, дверка. Ставим. Хорошо. А, там не надо тогда дверку. Хотя нет. Давайте оставим. А это что? Это у нас, походу... Не знаю. Не знаю, что это такое. Скорее всего, это печка адская. Ну-ка. Вместо чего? Вместо рыбки. Бэт, кровать обсидиановая. Вау. Что-то я сейчас это сразу вспомнил Майнкрафт. И что в Майнкрафте нельзя же это ставить, кровать в аду. Я сразу испугался поставить ее, ну ладно, посмотрим, что будет. Так, да, ну надо, вот, надо поменять ресурсы, а то у нас уже недостаток ощущается. Почему, кстати, все хорошо. Головной убор посмотрел, так. Плохо, я как-то криво я все делаю. Ладно, допустим, все хорошо. Так. И это не просто для того, чтобы прокопаться влево-вправо. Вот такая вот штука, такой вот, так сказать, помост. Нужен для того, чтобы призвать стену плоти и благополучно убегать от нее, просто не прыгая, не падая никуда. Вот так вот просто прямо бежать. Прямолинейно, параллельно. Так, и все. Что-то там какой-то свет. Ага, еще одна. Подождите, она какая-то другая, уже стенки какие-то другие, возможно, это что-то новое, может быть, какая-то уже типа дом какого-нибудь дьявола, хотя тут все, ладно, забыл слово, как обычно все происходит у меня. Так, мышка, не сбей меня в ад, в лаву, не хочу, я еще слишком молод, мышка. Сверху бы тоже хорошо сделать, но это очень долго, и мне лень. Вот такой вот я ленивый человек. Теперь на нас будет нападать сверху. Все из-за того, что я не хочу делать. Еще потратить несколько ресурсов. Я горю.
Да. Догнал. Я что к чему? В общем, это такие хилицы. Спасибо человеку, который написал, что на H можно хилиться. В общем, это такая штука. Дверь не ставится. Слизень бежит. Так. Ушел нафиг отсюда. Почему, кстати, ты не горишь тут? А я горю. Мне нужны какие-то противоупорные... противоогнеупорные защитки, как у пожарника, и тогда будет нормально. Дверь быстрее ставь. Отлично. Все, дверь поставили. Все хорошо. И тут как-то надо прорываться, потому что если буду идти вот по этому грунту, по этому материалу, то я буду просто гореть адски. По-другому тут никак. Только адски. Так, 22 секунды до цели. Походу я умираю и прощай жизнь. Так, давайте закопаем тут себя. Поставим факел. И будем пытаться пройти здесь вот таким вот макаром. Так. А я в это время буду спускаться к тебе. Да, Денис умер. Точно, самое главное забыл сказать. Прямо не ждал такого. Нет, он сейчас меня столкнет, и я просто умру. Как на раскаленных углях просто. Что это такое? Адский камень, ну понятно. В аду. Было бы как в Майнкрафт, он бы не горел бы. Можно было с легкостью бегать по нему. Кстати, прикольно было бы, если, например, в Майнкрафте добавили, чтобы, например, в ад нужна адские ботинки какие-нибудь, например. Чтобы там ноги не подгорали. Они и так не подгорали. Ну вот, чтобы подгорали, без адских ботинок, а с адскими не подгорали. Ну понятно. Надо им предложить в 1.7. Хилимся. Ага. Ты так предложишь. Да, на английском языке. Да. С помощью Google... Своим познанием английского. С Google Translator, заметь, третий раз уже называем его имя, великого Гугла. Чувствую... Мне уже нет толку спускаться, да? Походу да, походу мы сейчас закончим. Похождение. Не начавшуюся серию. Бравые похождения. Если я не убью вот этого гигантского зверя, который пытается сожрать мою плоть. Что? Что я сейчас сказал? Да, я живчик просто. Так. На меня агрится костяной червяк, который, кстати, какой-то странный. Он слабый. Да он слабый-то слабый, но не слабый. О, а чё это у нас тут? Водопад. Славой растекся. Как мне теперь к тебе идти? Кстати, давай, вот у нас там огромный океан воды, может мы опустим его чуточку? Океан воды опустим? Ну, да, к этому. Как ты сказал? Опустим океан воды к нашим, вот этим. Как ты его отпустишь? Я прокопал вниз вместе с водой. Не, она вся там разбежится по пещерам. Ну не разбежится. Чуточку дойдет до лавы, и у нас будет обсидиан. А зачем нам обсидиан? Броня. За обсидиан? Ну нет, но 0 хп. 0 хп. Обсидиана броня делается. Разве? Да. По-моему. Ну мы раньше собирали обсидиан. Брали ведро, заливали, не помнишь? Нет, но мы же не для этого собираем. Ух ты, нифига себе, сходил в ад 5 монет, 5 золотых. То есть, в принципе, можем накопить на миниакулу. Чё, мне типа сейчас сгорать, да? А ты опустился уже? А, у меня гениальная идея. Чё? Ну гениально, да. Вот и всё. И не потерял ни одной монеты. Будем перестановку делать. Пойду, я буду себе делать. Ага. Банку! Ага. Ну ага, давай. Сейчас, подожди, сейчас. О, ты чё? Там серебряную хотя бы скинь. Оу. Да. Почему спать нельзя? Я не знаю, это странно очень. Ломай вот эти двери. Я буду взамен них новые ставить, давай. Ставь. Вот эти ломай. Да так красивые. Открой её. Не смотри, вон, видишь? Не, какой-то... некрасивая, давай убирай ее. Ну очень красивая, да, просто... Вот здесь давай. Чё у тебя какая-то? Не, ну это красиво. Ну ладно. Пойдем к этому. Будем ему все самое лучшее делать. Я ему еще шкаф тут поставлю. Хотя уже некуда. Некуда, ну. Окей. Ну некуда. Он будет стоять. Они будут выходить на улицу, садиться и читать.
Давай, дверь ставь. Больше нет дверей. Ну будет такая. Я еще ему верстак сломаю. Вот этот верстак дурацкий уберу. Поставлю вот этот. Круто. А, еще у меня какая-то ваза есть. Да ваза, она вообще ничего не... А в ней поди хранить что-нибудь можно. А ее можно на верстак поставить? Нет, я. Она может вместе. Ставим вазу. Нет, тут картина мешается. Ломаем картину, ставим. Я из-за одной вазы сломал все. О! Но он того стоил. Да вообще прям супер ваза. Только толку от нее ноль. Зато красиво. Пойду дальше улучшать жилище. По мере. Ты пока... мне скинь там. Сейчас все скину, подожди, я тут. Волшебник, блин, не волшебнику. Волшебнику. Ну тебя все волшебнику, это нормально. Везде волшебник. А еще знаешь что? Что? Вот эти штуки сломай. Какие? Ну, столы, стулья. Зачем? А, да, адские же есть. И вот эту тоже. А, ладно. Все приходится делать за себя. За тебя. За себя. О, хорошо. Вот так вот еще вот там вот поставь. Давай, раз. И вот здесь тоже красиво. Ну ладно, два. Эту тут ломай. А тут что, зачем? Нет, эти не ломай, стулья. А-а-а. Все, вот, тут, вот там уже не ломай, вот тут стул, стул ломай. Че? Уйди! Ну? Уйди! Вот. Что ты сделал? Все. Вот так будет. Да вот ты сделал вообще. Да пофигу, все, уходим. Вообще какой-то фигня. Уходим, 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 уходим. Да погости. Чего у меня там? Чего там? Лук-то стреляет прям. Может. О. Так, не статуи. Смотри. Вух! Что такое, ну-ка? Я не знаю, что-то он бабахает. А, это адские стрелы, точно. Я думаю, может мы тут поставим статуи на верхнем этаже. Не достроим. Вымщися. Давай уже продолжим в следующей серии. Да ну подожди, сейчас. Давай, ладно, сейчас. Подожди, сейчас, сейчас. Ну ладно, ладно, поплавим чуть-чуть. Так, плавка. А тут не плавится, а не плавится. Все плавится, все плавится. О! Можно сделать верстак из грибов. Нормально. Грибы, а... Вообще тут из всего можно верстак сделать. Ну из платины нельзя, допустим. Не, ну... Ну хорошо, да, все. Ты просто красиво сказал, да, что? Да. Ну я понял. Так, пойдем. Давай. Сделаем тебе серебро. Да, плавь. Так, где спасибо серебро? Полностью. Серебро, давай. Железо, серебро. Серебро. Давай мне из платин. А я тебе, по-моему, давал несколько серебра. И что-то делал тебе из серебряной, нет? Нет, вообще ничего не делал. Кстати, у нас где платина? Вся. У тебя сколько платины? Где у нас все платины, Денис? Ты не знаешь, где платина? Нет, не знаю. У тебя сколько платины? 15, а у тебя? И на слитков, да? Да. Тогда ладно, открой, да, я скину платину. Толку нет. Так, серебра. А серебра у тебя нету больше? Нет. Погоди, давай посчитаем, сколько нужно. У тебя что серебро было? Погоди. 30 плюс 35 плюс 25. Так, сейчас считаем. Суперчислительные процессы 90. Вот. Не, все, все, не вариант. Мы ничего больше не сделаем, не брони. У тебя есть серебро там хоть чуть-чуть? Нет, вообще нисколько нет. Я все, что все, что накопал, все скинул. Ух ты, 40 бомб только что увидел. Зашибись. Да я. Завтра будет взрывательная серия. И так, вот тут я вот так вот сделаю. О, красота, по-моему, неземная. Вообще. Еще вот тут поставлю. Зачем-то. Вот это да, как-то кирилл, лучше камешек. Так, секунду, секунду, секунду. Это чё? Вау. Фигня. Ой. Ой, опять телефон. Ой, у меня там, я не помню, у меня на каждого абонента, что ли, разная музыка стоит. Да, это моя реакция была крутая. Вау, фигня. Да, так. Да, в принципе, тут все уже сделано за нас. Надо подготовиться. Все, надо. Вот сейчас я возьму шелка и, наверное, все. И кости. Кости. Кости, кости. Сколько еще этих разных плюс 4 дамага не надо. Сколько одежды. Да.
Так, шелк. А, в смысле не шелк, а паутинка. Вот так вот и... Черт. Еще паутинка. Метательные ножи. Где у нас кости? Нет у нас костей. Подожди, у нас должны быть кости. Ты сожрал все мои кости. В смысле... Ты понял. Ладно, все, хорошо. Так. И на последнее, последнее, что на сегодня будет, это у нас выставка скульптур а-ля 80-е. Не знаю, почему а-ля 80-е, ну, к слову пришлось. Кстати, вот, например, можно бомбы крафтить с помощью вот этого бесконечного. Это что у нас? Дьявол, уйди! Верстак. Сундук. Наковальня. Точно, наковальня. Пиранья, статуя, все, кончились. Короля, короля принести надо. Итак, цветок. Всем спасибо за просмотр, друзья. С вами Саламандр. И Денис был. Да, и, кстати, вот кажется, что мы очень мало снимаем, на самом деле мы уже дофига снимаем, как обычно. И всем пока. До свидания. Пока-пока. Майкл Джексон. Я заснял.